Молодой человек, устроивший стрельбу возле школы в Москве, оказался тиктокером. Он снимал очередной ролик для соцсети. Сегодня днем в полицию позвонила женщина и заявила, что неизвестный в камуфляжной форме ходит около школы номер 1260 и стреляет в воздух. Несмотря на то, что сразу после этого юноша сбежал, учителя и ученики уже успели забаррикадировать двери в классах. К школе приехали полицейские, ФСБ и МЧС. Стрелка вскоре удалось задержать. Им оказался 17-летний Александр Соболев. Напуганный Александр рассказал оперативникам, что просто снимал ролик для ТикТока. Несмотря на это, сотрудники ФСБ сейчас проводят у него дома обыск, а школу оцепили. Учителей и учеников отпустили домой.